эфире «Мобильный репортер». Обзор событий, происшествий и курьезов, очевидцами которых стали вы. Все, что, по вашему мнению, достойно внимания, прямо сейчас на телеканале «Татарстан-24». С вами Артем Захаров. Здравствуйте. Два водителя из набережных Челнов не поделили дорогу. Сначала конфликт перерос в словесную перепалку. А потом агрессивный водитель на Hyundai решил, как говорят в таких случаях, проучить оппонента. Он стал обгонять хозяина машины с видеорегистратором и тормозить перед ним. После неугомонный челнинец стал маневрировать перед водителем так, чтобы не дать ему проехать вперед. Но и на этом дело не закончилось. Из салона Hyundai выходит пассажирка и что-то кричит автору ролика. А водитель корейской иномарки берет в руки что-то наподобие гвоздодера и разбивает оппоненту окно. И вот это уже статья. Глядя на такое, хочется посоветовать водителям Татарстана стараться не вступать в конфликт на дороге, даже если вас провоцируют. Ведь может попасться не совсем адекватный водитель, который начнет крушить вашу машину. В Автограде трамвай оказался одновременно на рельсах, которые идут в противоположных направлениях. Судя по всему, когда вагон поворачивал, не сработал стрелочный перевод, который перенаправляет электротранспорт с одного пути на другой, и трамвай одной осью оказался на своем полотне, а другой на противоположном, и складывается ощущение, что вагон вошел в поворот в заносе. В Хакасии местные жители случайно записали на камеру мобильного телефона крушение самолета. Рыбаки просто хотели снять воздушное судно, летящее на небольшой высоте. Но на деле получилось, что записали последние секунды жизни пилота и пассажира. На записи видно, как легкомоторный самолет сначала находится на небольшой высоте. Потом внезапно взлетает над рекой и поворачивает налево. Через секунду по каким-то причинам воздушное судно резко теряет скорость и падает. Местные жители поспешили к месту крушения, но пилот и пассажир погибли на месте. Мотор на наших глазах. Вот. Да, мы рядом с... Пульс проверьте, Вова, пульс. Череп пробит. У обоих, что ли? На момент подготовки сюжета о причинах трагедии ничего не известно. Двое сидят. Мотор на наших глазах. Да, мы рядом с... Пульс проверьте, Вова, пульс. Череп пробит. У обоих, что ли? События, происшествия и курьезы, очевидцами которых стали вы, присылайте на наш сайт в рубрику «Мобильный репортер» и в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24». Кроме того, отправляйте ролики и ваши истории с помощью мессенджера WhatsApp на номер 8 900 321 77 22. С вами был Артем Захаров. До встречи!